На форум в Видновскую гимназию приехали более 200 учителей из разных городов Подмосковья. Энергичные и амбициозные, только начинающие свой путь в нелегкой, но одной из самых важных профессий. Здесь я принимаю участие, потому что здесь я принимаю опыт у коллег. Здесь у нас есть также победитель 2019 года, тоже на областном уровне. Вот мы с ней будем обмениваться опытом, ну и в том числе посещу мастер-классы, чтобы узнать что-то интересное и новое для себя. Площадка выбрана не случайно. В нашем городском округе ежегодно наше педагогическое сообщество пополняется большим числом молодых специалистов. И действительно, в начале становления их профессиональной деятельности очень важно поддержать их, помочь в профессиональном становлении. Чтобы поддержать молодых специалистов, ежегодно Министерство образования Московской области устраивает мероприятия для учителей, только приступивших к работе. Может, не всегда в вузах у нас еще уделяют внимание именно методике, практики мало. Вот сейчас очень много изменений происходит и в преподавании, и в вузах наших педагогических. У нас их сейчас теперь два осталось. Первый год работы в школе для любого педагога становится настоящим испытанием. Учитель математики Видновского художественно-технического лицея Ксения Белогурова признается, что на начальных этапах много сил и времени уходит на то, чтобы разобраться во всех нюансах. У нас еще не так много опыта, поэтому форум – это отличная площадка для того, чтобы этого опыта набраться, чтобы наши коллеги, они поделились какими-то, возможно, интересными методами и приемами обучения, потому что мы все работаем на то, чтобы наше подрастающее поколение, оно становилось лучше. В форуме участвуют опытные наставники и лауреаты педагогических фестивалей, готовые поделиться своими знаниями. Мария Хачатурова из Сергиева Посада, победительница конкурса «Учитель года Подмосковья», преподает русский язык и литературу. На форуме она провела мастер-класс на тему, как развивать в учениках читательское воображение. Мне, как учителю, который преподает литературу, тем более старшеклассникам, очень важно, чтобы дети любили и хотели читать. Но, к сожалению, в современном мире, благодаря гаджетам, благодаря цифровизации, наши дети практически утратили воображение. Когда они читают текст, он не вызывает у них никаких внутренних глубинных ассоциаций, поэтому читать им, конечно же, скучно. На мероприятии молодым специалистам удалось обсудить многие вопросы в сфере образования, познакомиться с новыми технологиями и педагогическими методиками, а также пообщаться с коллегами из других учебных заведений Московской области. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.